Как создать голема? Чтобы оживить вылепленного голема, следует начертить на лбу или на тыльной стороне руки глиняного человечка слово «Эмет» – «Истина». Это слово состоит из трех букв древнееврейского алфавита – «Алиф», «Мен», «Та». Чтобы разрушить голема, следует стереть первую букву – «Алиф». Тогда оставшиеся две буквы «Мен» и «Та» составят слово «Мед», что значит «мертвый». Впрочем, помимо написания и стирания букв, требуется, как уже упоминалось, знание каббалы и очень большая смелость. И дело не только в том, что подросший голем опасен. Главное то, что в старину считалось, любой человек, покусившийся на промысел Божий о создании живых существ, это работа Бога и больше никого, губит свою душу и лишается возможности спасения.